Встречайте! Мир глазами людей до того, как придумали цветное ТВ. Игра, дающая возможность наконец узнать, кто эти ваши пельмени. А также выгодное предложение – всего за 350 рублей пообщаться с девочками. Раз, два, прилети, сова. Холодный, окутанный снегом январь. Конец 90-х. Вы и ваша семья оказываетесь в глухом, всеми забытом, затерянном среди дремучих лесов поселке, где спустя пару последних мгновений новогодних каникул возобновится жизнь. И именно здесь начинают происходить свойственные российской глубинке страшные и загадочные события, в центре которых оказывается наш главный герой – Dead Inside и просто хороший парень по имени Антон. И то, куда приведет его история, будет зависеть только от ваших решений. 3-4-5. Время поиграть. И словно следуя рассказам родителей о том, как они добирались до школы, Антон шагает по нескончаемой, занесенной снегом тропе среди мрачных силуэтов деревьев, дабы получить знания и найти новые знакомства. Но знакомства найдут его сами. К примеру, как подозрительная девочка в маске лисы. Стоп, на ней маска животного? Это что, Хотлайн Майами референс? Новый класс нашего героя включает в себя, как это часто и бывает, сплетницу, злую училку, компанию реальных пацанов и ее. Придется сделать все возможное, чтобы остаться в ее глазах достойным человеком. И человеком вовсе. 6-6. Дыбом волчья шерсть. Или же вступите в самую отбитую ОПГ этого захудалого поселка, встав на путь рэкета, азартных игр и жизни по понятиям. I have two sides. Я жив. Гоня. Знаешь что, Семён? Иди нахуй. В любом случае, вы можете попробовать опередить зашедшую в тупик милицию и инициировать собственное расследование дела об исчезновении детей. Из зацепок, ведущих к разгадке, у вас есть чья-то варежка, криминального вида мужик, фури-фестиваль под окнами и интервью с поехавшей бабкой. А главный подозреваемый всей этой истории – гараж. 7-7. Съем тебя, съем. Ведь только за вами остается решение – искать подвох или же принять на веру речи вашей хвостатой спутницы, видя при этом, как старинное поверье о хозяине леса обратилось правдой. Но, вне зависимости от исхода событий, не дайте себя обмануть бабочкам, что запорхают у вас в животе. Клоуны! Не уходи, тоже! Восемь, пьем копытом осень. А я думал, сова. Гигачат. Зоопарк. Скерлы-скерлы. 28 ударов ножом. Бля, буду на. Флин. Пельмени. Аниме-вайфу. Варежку проебал. В главной роли Антон Павлович Чехов, нахуй.